Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим Александрович Заяц. Я главный инженер жилого комплекса «Пулковский». Наверняка вы знаете, что дома жилого комплекса «Пулковский» строятся по монолитно-каркасной технологии. Жидкий бетон заливает в специально выставленную форму, где он и застывает. Форма снимается, процесс повторяется, и здание растет от фундамента до крыши. А вот опалубка – это и есть та самая форма. Строительные работы на объекте ведутся полным ходом. И сейчас мы познакомим вас с кухней объекта. Монолитные работы на объекте ЖК «Пулковский» ведутся с использованием немецкой опалубки «Перри». Легкая модульная опалубка позволяет сократить трудозатраты и увеличить скорость монтажа строительных конструкций. Данная опалубка считается высокотехнологичной по четырем причинам. Изготовленные на заводе элементы складываются в прочную систему. Панели фиксируются зубцами в рабочем положении, не соскальзывают и не шатаются. Одним ударом молотка рабочий освобождает панель и балки для демонтажа конструкции. Все элементы опалубки произведены из прочных стальных элементов. Эти материалы экономят трудозатраты, растет выработка и скорость процесса. Опалубка монтируется стык в стык, конструкция получается ровной и не требует дополнительной обработки. Такой подход отражается на качестве поверхности готовых квартир. Повышается профессионализм строителей, когда в работу включаются современные инструменты и материалы. Уверен, вам было интересно. Если остались вопросы, задавайте. С удовольствием на них ответим.